Бәхетлі бұл байды көрме, сағышларына ұралма. Туған күнің яқты болсын, барандығы да ұғалыма. Бәхетлі бұл байды көрме, сағышларына ұралма. Туған күнің яқты Гульнарочка! Поздравляю тебя с днем рождения! Кенкенгельден, Тергизем Киле Туан Кенгблен. Шатлакле, Куаначле, Хенбехетле. Дустам, Туан Кенгблен Сине. Аллах, яр был сендилер бізде. Узақ ғұмырлар, яшашқа насиб етсін. Сиңа бәхет, умышлар тілем, хайларың шыңға ашсын. Гульнарочка, с днем рождения тебя! Мы сегодня поздравляем Гульнару с днем рождения. Тяжело оценить и тяжело на чашу весов положить ее заслуги, результат ее деятельности. Тяжело как-то оценить. Но она же работает день и ночь на телефоне. Всем нужно ответить, со всеми нужно поговорить. Это организация ее мероприятий, это создание татарской среды. Ведь многие уже сейчас в Москве создали свои какие-то организации, свои какие-то группы. Они общаются, проводят мероприятия. А с чего они начали это все? А все они начали с Гульнары, с ее молодежи, с ее каких-то вот организаций. Потом уже это что-то переросло в другие организации. К великому сожалению, многие это забывают. Мне хотелось бы заострить внимание на... у Гульнары на родителях, которые вложили в нее вот это вот милят рух, милилек, татарлык, трышлык. Если человек талантлив, он талантлив во всем. Если бы она была спортсменкой, она была бы, наверное, олимпийским чемпионом. Если бы она была диктором телевидения, она была бы, например, Екатерина Стриженова. Если, например, она была бы там космонавтом, она была бы Терешковой. Поэтому, ну, она посвятила себя вот... сохранению татарского языка, татарской культуры, татарского фольклора. У нас у татар есть такая привычка кого-то с кем-то сравнивать. Вот давайте, с кем мы сегодня можем сравнить нашу Гульнару? С кем? С кем сопоставить, с каким-то политическим деятелем или же по заслугам, по ее результатам практически не с кем. В день ее смотрят 100 тысяч людей. И от того, какой будет контент, какая будет направленность этого всего, зависит дальше влияние на татарский мир. Ведь татарский мир, он небольшой, 8,5 миллионов нас. И практически вот 100 тысяч в день смотрит наш YouTube и другие наши соцсети. У нас огромная рассылка. Гульнара у нас знает вся Россия, вся молодежь. И не случайно по такому очень... сложному, принципиальному опросу нынче она вошла в 35 самых перспективных людей, молодежи из татарского мира. 35. Это был очень сложный отбор в этом. Ну, что пожелать? Пожелать энергии такой же, здоровья, обратиться к вам, чтобы все-таки помогали Гульнаре. Вот сейчас впереди Новый год, нужны помощники, нужны волонтеры. Только она в Москве проводит Новый год по-татарски. Только Гульнара проводит и организовывает татарские ифтары. В прошлом году было рекордное количество, 15 ифтаров она собрала средства, объяснила. Ну, не случайно ее наградили ДУМ Москвы грамотой, очень многие общественные палаты, другие автономии. Многие, конечно, это ценят, ее награждают. Вопрос, ценим ли мы с вами это? Вот что нужно. Поэтому давайте мы ее будем ценить, давайте мы ей будем помогать. А в день рождения мы пожелаем здоровья, здоровья ее близким, ее семье, дальнейших таких же успехов и неиссякаемой энергии на фронте сохранения татарского языка и культуры. Вы знаете, у нас нет привычки говорить «ставьте лайки», «комментарии», как-то вот подписывайтесь на нас канал. У нас этого нет. Но в данной ситуации все-таки давай обратимся к вам. Давайте мы в комментариях еще раз все вместе пожелаем ей. Давайте мы в комментариях
Попробуем ее сравнить с кем-нибудь. И давайте в комментариях мы смоделируем, что будет с Гульнарой через 20 лет, через 30, через 100 лет. Ждем ваших комментариев.